Всем привет! Друзья, сегодня я приготовлю оригинальный, красивый и очень вкусный закусочный торт из баклажанов, который называется баклажанчик. Напишите мне в комментариях, что вы думаете о таком рецепте. Обязательно ставьте лайки. Давайте начнем готовить. Для начала у баклажанов я отрезаю хвостики и срезаю кожуру. Подготовленные баклажаны нужно нарезать на не слишком толстые кружочки. Нарезанные баклажаны я немного посолю, перемешаю и оставляю в таком виде на 15 минут. А теперь баклажаны выкладываю на бумажное полотенце для того, чтобы убрать лишнюю влагу. К баклажанам я добавляю перец черный молотый, растительное масло. Все хорошо перемешиваю и выкладываю баклажаны на противень. Баклажаны отправляю запекаться в разогретую духовку до 180 градусов. Нужно, чтобы баклажаны стали мягкими. Баклажаны я запекла, они у меня стали мягкими, слегка подрумянились. Я их запекала приблизительно 30 минут. Баклажаны пока отставляю, нужно, чтобы они полностью остыли. А сейчас помидоры нарезаю тонкими дольками. В майонез выдавливаю чеснок и все хорошо перемешиваю. Буду формировать торт. Для того, чтобы тортик получился ровным и красивым, я его буду формировать в кондитерском кольце. Кольцо я установила в диаметре 24 сантиметра, обмотала его пищевой пленкой и я его установила на блюдо, на котором я буду подавать торт. Первый слой выкладываю баклажаны. Буду выкладывать их плотненько друг к другу. Баклажаны смазываю майонезом с чесноком и посыпаю мелко нарезанной свежей петрушкой. Далее плотно выкладываю помидоры. На помидоры на мелкой терке натираю плавленый сыр. Для того, чтобы сыр было легче натирать на терке, я слегка его подморозила в морозилке. Второй слой формирую точно таким же образом. Третий слой я немножко поменяла очередность. Сейчас на сыр я выложу баклажаны, смажу их майонезом и посыплю петрушкой. На петрушку натираю плавленый сыр. Очень аккуратно убираю кондитерское кольцо и пищевую пленку. Сверху на тортик выкладываю помидоры.
Тортик украшаю кучерявой петрушкой. Торт я полностью сформировала и теперь отправляю его в холодильник на 30 минут. Закусочный торт баклажанчик готов! Вот такой красивый, яркий, замечательный и очень вкусный получился тортик. Такую закуску можно приготовить как на праздничный стол, так и в обычный день. Сейчас я тортик разрежу и покажу вам, как он выглядит внутри. Вот так тортик выглядит внутри. Он хорошо держит форму, не разваливается. Посмотрите, как хорошо видно слои. Тортик получился нежным, в то же время свежим, сочным и очень вкусным. А я надеюсь, вам понравился рецепт приготовления закуски, и вы ее приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео на нашем канале. Приятного аппетита и до новых встреч!